Так, ну-ка. Ну, это как минимум странно. Тут можно посмотреть устройство. Короче, ну, бывает. Конечно, это жопа. Самый убогий монтаж лифта. Я боюсь уже в нем ехать. Ох ты, ничего себе. Обалдеть. МПК строительная компания. Что-то мигает там. Ну, реально мигает, кстати. Ну, обалдеть, конечно, бесконечный. Ну, бесконечный, просто обалдеть, просто обалдеть. Балдежный, и ты еще подсвет. Ну, вообще, легко. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Получается, 10 тоже тут. Тут лучше. Давайте. Из окна покажу. Ну, конечно, прям обалденный лифт. Надеюсь, никто не спалит. Вообще, кнопки Sapphire, по-моему, или как они там называются. Ну, по-моему, что-то Sapphire какой-то был. Как Щербинки кнопки, короче. Или как в КМЗ Edge. Ну, я такой прям вообще мечтаю видеть КМЗ Edge. Но такие тоже очень интересные видят. Я не знаю, какую фирму даже. Просто не знаю. Потому что это, ну, жопа какая-то. Ну, прям обалденный, короче. Как космический какой-то. Ну, что таких не бывает, как компьютер с подсветкой твой. Ну, обалденный лифт просто. Даже там его нет. Конечно, монтаж тут очень убогий. Табла нет, только в кабине. Ну, в общем, лифт, конечно, по дизайну класс, и вот по монтажу ужасный.